Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами по-прежнему канал прохождения с Михаилом, и мы по-прежнему продолжаем играть в Сталкер Время Альянса 3 или Связь времен. Я сходил, плотно поел окрошки. Две большие тарелки сожрал. Потом лежал 20 минут. Отходил от обжорства, а теперь можно продолжить. Записываю все одним днем, одним разом, потому что сейчас запишу сразу несколько серий. Это уже третья по счету, которую я сегодня записывал. Потом поставлю просто выкладываться. Так, я вижу в левом нижнем углу F1 аптечка красная X31. Неужто у нас 31 штука аптечек? Офигеть, откуда они взялись-то? Блин, насобирали. Так. За время моего отсутствия он пить захотел. Захотел ширануться от радиации, захотел поесть. Мы ему предоставим такую возможность. Мы съедим бинтик, съедим тушенку, съедим воду. Все. Задание у нас одно. Пробраться в лабораторию X5. Ну что ж, отправиться в лабораторию X5. Ключ-карта у нас есть. Так что идем на радар. Сейчас только на всякий случай закуплюсь попить. Час ночи игрового времени, но это меня ничуть не смущает, потому что... Какое небо красивое, а? Потому что потому. У меня есть хороший... Ну, как хороший? Такой неплохой ПНВ. А, кстати, небо хорошее. Обычно темно ночью в Сталкере, а тут нет. Тут такое небо красивое и видно прекрасно. Все. Вот это мне нравится, белые ночи. Я обожаю белые ночи. Так, а почему у меня радиация-то идет? Я ж бинт вместо этой самой съел. Точно. Не то нажал. Я когда поем, я люблю поговорить. Я разговорчивый становлюсь, когда поем. Я когда поем, могу разговаривать хоть 10 Ты ко мне? Часов без передышки. Да, моя фляга не полная, вот деньги. Так, что у тебя можно? У тебя можно немножко тушенки взять. И, наверное, напитки возьмем. Ну вот, отлично. Вон туда и смотри под ноги. Ну что ж, снаряжение у нас в норме, все. 6 гранат ненужных у нас есть. Кому продать можем? Сали же не нужны гранаты. Кому гранаты нужны, может, тебе? Что-то подвисло чуть-чуть, нормально вроде все. 10 тысяч, да, тебе продадим. Мясо такой здоровый, чтоб прям скворчащий, сочный. На нашу грозу мало гранат типа ВОК. Ой, а что тут можно оружие в баре доставать? Я что-то случайно достал. Кстати, первый раз, мне кажется, я в баре оружие достал. Ну, по ошибке, конечно. Крутанул колесико мыши и достал случайно. Так, красивая луна, да? Вообще красиво все. В жизни все красиво, все прекрасно. Вороны летают. Да. Да. Красиво. Так, ну что ж, а нам снова по-прежнему нужно в лабораторию идти, по-прежнему на ножах битву устроим. Я думаю, будет интересно. Let's go. Что еще могу сказать? Координаты вроде везде 10 на радар. Сейчас телепортируемся. Все, телепортация пошла. Так, как мы сейчас пойдем? Мы сейчас из-за будем, а потом по дороге уйдем. Хорошо, я уже все спланировал. Так, все, мы уже загрузились, мы уже прилетели. Ой, а уже после телепортации стало намного темнее. И еще начались радиоактивные осадки. Но мне что сегодня? Свет клином сошелся. Опасный уровень радиации, необходимо срочно бежать к ближайшему укрытию. А что там за укрытие такое? Ой. Но мы, наверное, в укрытие все-таки не пойдем, мы пойдем сразу в лабораторию. Я не понимаю, зачем время терять. Надеюсь, сейчас на меня мутанты подлые не нападут. Я знаю, что их тут дофига водятся штук. Контролеры, какие-то собаки, так что надеюсь, я на них не нарвусь. Так, есть тайник. Нифига себе, даже содержимым хорошим. Помню в оригинальном... кто там сидит? Снорк. Так, а тут что-нибудь интересное есть? Так. Тихо. Блин, съедят что ли? Ой, как вас тут много-то.
Тихо. Я тебя покусаю сейчас. Не умер, смотри-ка. Радиоактивные осадки, блин, что-то меня как-то все жрет, жрет. Я вроде и так в убежище, а все-таки нет. Видимо, через окна или что забрызгивает. Ну ладно, неважно. Я, в принципе, иду сразу в лабораторию. Я... Радиация мне не помеха. У меня есть антирады. Так, а идти-то не близко. Ну ладно, дорогу мы... Ой, собаки! Собаки, ну чё, я уж под завтра вам напинаю за такую дерзость. И побегу дальше. Хотя там вроде... А, там еще одна собака бежит. Ну ты укусить хотел? О, псевдопёс напал. Ну это вообще шикарно. Так, пора, наверное, достать детектор. Съесть один антирад. И съесть одну аптечку. Потому что аптечек у нас очень много, и жрать их, в принципе... Так, это не враги, надеюсь. Там вроде ночные стал... Да, нейтралы, повезло. Я не люблю вообще, когда враги на меня нападают. Да, это клан ночных сталкеров. Уже два раза так случилось, что вижу я их только ночью. Либо на самом деле они, их здесь только можно увидеть ночью. Этих ночных сталкеров. Либо просто так сложилось, что... Мы их просто только ночью и видели. Но вроде бы я их не видел днем. Когда мы тут на радаре днем были. Но скажу я одно. Почему мне страшны радиоактивные осадки, а вот этим джентльменам, которых мы только что видели, нет? Они же не в укрытии стоят. Тоже не продумано. Хотя там же есть вагон небольшой. Хотя бы вагон бы забежали. Вот эти не боятся осадков. Блин, как-то тут все сделано так интересно. Смотри, никто не боится осадков. Сидят и хоть бы хны. Хоть бы хны. А. А, типа убежище, что ли, или что? Ну чё, типа никто. Чё такое? Отправиться в лабораторию? Стоят, типа, два таких конкретных лоха-сталкера на свалке. А, ну ладно, короче. Так, ну что ж, сейчас-то мы, надеюсь, нормально... Подожди, меня как, до сих пор, что ли? Я же в убежище, по идее. А, все, теперь в убежище. Так, ну что ж, сейчас, наверное, этот ужасный уровень радиации из нашего организма выведем. А чё мы так пить захотели сильно? Из-за радиации, что ли? Только сейчас дошло. Странно. Может быть, из-за радиации. Ну ладно, вода есть, выпьем. Я специально ее подкупил. Так, и есть карточка доступа. Пин-код большой, 230543. 230543. Так, ну что ж, пробуем. Да, дверь открылась. Все. Ага, сейчас какие-то миссии сложные будут. Ну, лабораторию, по идее, мы эту знаем, мы же здесь будем. И загнать тут, чтобы активировать. Нифига вас тут. Это я вверху оказался, все понял. Так, ну что ж, стрелять тут по-прежнему нельзя. Сейчас можно сохраниться. Ну и давайте уж продолжим. Сейчас пивну вкусного чая. Так, вот у нас задание появилось. Освободить заложника. Освободить из плена начальника контрразведки долга. Все, этим сейчас и занимаемся. Ну что ж, let's go. Ой, не ту кнопку нажал. Просто я уже привык, что в КС-ке на shift нажимаешь, он медленно ходит, а тут наоборот он побежал. Так. Они, интересно, знают, что я тут или пока нет? Ну, скорее всего, нет. Вот если я... А, кстати, тут вот шахта, точно. Привет. А ты кинешься на меня? Да, кинец. Ух ты как! Смотри, какая битва на ножах пошла. Оп. Блин, вот это... Слушай, тяжелее стало с ними бороться? Ё-моё, тяжелее с ними бороться стало. Раньше не так было. Так, ножи мы возьмем, их можно продать читерским образом. Починить можно читерским образом, потом и продать. Гады какие, а? Блин, уроды, а? Не было такого... Ой, убивают же! Убивают! Убили, слушай, затоптали как слоны. Скотины, а? Слушай, они сильнее стали, чем были. Раньше с одного удара в голову убивали, сейчас нифига подобного нет. Мрази сильнее стали, мрази.
его. Надо первым, видимо. Так, чё, я его беззвучно убил? Ага, ключ какой? Ключ? Как ключ? Ничего необычного. На ключе бирка, камера номер 2. Ага. Мы там видели камеры, кстати, если я об этом думаю. Какие-то. Мы даже в одну с вами закрылись в одной. Кто смотрел, тот помнит, о чем я. Серьезно, надо, короче, первыми нападать, а не потому, что так что-то как-то сильно. Ну что ж, у меня сейчас ключ есть, в принципе. Мне осталось только найти эти камеры. Где именно они находятся, я уже не помню, но где-то тут. Сейчас будем искать. Блин, вот можно туда, можно сюда пойти. Вот это так раздражает иной раз. Привет. А чё у тебя не попадает? Тихо, зато этот меня попадает. Давай, 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 давай. Ой, слушай, набежали. Слушай, они все сагрились, надо засейвиться хоть. Надо как-то читерским образом забраться вот сюда хотя бы. Потом вот сюда. Хотя ладно, хватит. Ну я тут в приседе нормально. Давай я тебе в голову. О, достает, смотри. А я в него нет. А почему я в него не достаю? Может вот так вот. Я, наверное, не ту кнопку нажимал. Блин, они меня нормально порезали. С порядочной силой. Смотри, второй ключ нашли. Ножи надо все, кстати, брать, потому что их можно читерским образом продать, еще раз скажу. Не только даже продать. В смысле не только даже продать? Что уже заговариваюсь. Но когда я поем, я люблю поболтать, так что... Я просто поел, из-за этого вся вот такая вот каша. Надо вот так вот их по голове, вот потому что они что-то как-то слишком сильные стали. Раньше их легче было убивать. Либо я просто поел и это самое, несу чепуху. Давай, давай, о, давай, давай. Упал, отжался 10 раз. Так, успел болтать, нет? Успел. Смотри, бежит. Слушай, мы уже сколько ключей-то нашли? Или он не здесь? Так, ну, наверное, нам сюда, нет? Опять я наугад, конечно, это все делаю. Немножко не сюда, но хоть взаимодействия нету никакого, да? Нам, ну, пока что нам не до этого. Координаты нам, мы потом введем, пока задания так как такового нет. Пока что нам нужно освободить заложника. Ну так тебе, по голове. Что-то он какой-то, этот, блядь, видимо, не совсем агрессивный. Я не знаю, почему так произошло, но он как-то не воинственно относится, видимо. Человек не воинственный. Так, ну, ага. А нет. Где-то на этом уровне заложник, судя по радару. Но где именно? Так, тут прохода, тут... А, тут проходов больше нет, значит, все-таки не сюда пришли. Чуть-чуть не сюда с вами пришли. Но все-таки тут тоже... А ты что, пришел, друзей нашел? Развернулся и ушел. Ну, слушай, они что-то какие-то, мне это не нравится. Они какие-то странные. Ой, там еще один подбежал, смотри, сзади подбежал. Видимо, что-то какой-то у него умысел был. Неприличный. Сзади хотел подкраться ко мне. Так. Ну, вроде бы все лутали. Так, что, сейвик наш любимый. Так, ну, тут ничего нет, я помню. Куда сейчас? Откуда мы пришли, где были, где не были? Я что-то уже подзабыл. Так, ну, в прошлый раз мы тут поворовали. У нас анабиотики, кстати, благодаря вот этому шкафу теперь есть. Ага, вот можно тут поискать, да? А, тут мы тоже были. Может, нам ниже спуститься стоит? А, это самый нижний уровень, что ли? Подожди, нифига себе. А где мы с вами не были-то тогда? Ах, вот еще вход. Точно, точно, тут я не был. Вот камеры, да. Нифига себе, это что, долг, что ли? Здорово, брат. Так, во сколько тут? Трое, что ли? Четверо даже. А ты кто такой? А, тут имя пока нельзя смотреть. Так, а сколько у меня ключей-то? Ну, их четверо вроде как. Раз, два, три. Ключи, ключей порядочно, вроде все. Так, открыть.
Этих тоже, наверное, открыть. А, требуется ключ 4. Ключа 4 у меня нет. Ага. Ну, мы сюда вернем. А, все, на двоих еще не хватило ключей. Мы сюда еще обязательно вернемся. Так, это солдат долго, и мы его раньше вроде бы как не видели. Ну, по крайней мере, я не помню такого. Может, где-то и видели мы с вами его на базе долго, но я почему-то не припомню. Ну, здорово, наконец-то я тебя нашел. Рад видеть тебя живым. Иван приказал мне без тебя не возвращаться. Хорошенькую подставу нам агенты организовали с двойником моего брата. Кстати, не знаешь, где он? Я уже и сам догадался, что это двойник, но было уже поздно. Думаю, теперь агенты знают много о планах Альянса. Сейчас отпадает всякий смысл искать детекторы на огнестрельное оружие и отключать их. Агенты сами их отключат, когда начнется штурм. С ножами много не навоюешь. Я так понимаю, наш визит сюда уже не будет неожиданностью. Нас будут ждать. Где же Сашкин двойник? Совершенно верно. Как снег на голову, мы им теперь не свалимся. Надо готовиться к тяжелой битве. Свой центр они нам легко не отдадут. Я тут кое-какие бумаги достал. Нужно срочно поговорить с Иваном. А ты постарайся найти и ликвидировать Сашиного двойника. Где он конкретно, я не знаю. Уверен, что он здесь, в лаборатории, ходит в обычной своей... Сашкиной форме. Наверное, опять собрался куда-то. Интересно мне, где же ты эти документы достал? В своей клетке, что ли? Именно двойником я и хочу сейчас заняться. Нужно успокоить его раз и навсегда. Вот тебе карта доступа, уйдешь через выход на радар. Я вернусь на базу через телепорт. Ага. Когда я понял, что попался, то двинул кулаком двойнику в челюсть и быстренько свалил в ближайший коридор. Мне удалось оторваться на какое-то время от двойника и агентов. Вот и собирал документы, пока играл с ними в прятки. Потом спрятал бумаги в двух укромных местах. Блин, еще искать надо будет. В двух укромных местах, а потом меня уже повязали. Да и без карты не уйти мне было, в любом случае. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Сейчас пойду заберу документы, если никто не помешает, и ходу отсюда. Удачи тебе, встретимся на базе. Ничего еще не кончилось, давай выбираться отсюда. Не расслабляемся. Так, ну что ж, все, человеку мы помогли, только вот солдаты тут еще это самое. Ну, мы за ними, наверное, вернемся. Так, найти и уничтожить двойника. Найти и уничтожить дневника, говорю. Блин, заговариваюсь, когда поем. Найти и уничтожить двойника нам нужно. Двойника Дегтярева. Ну, скорее всего, он где-то в этой лаборатории получается. Так, ну что ж, наверное, засейвимся сейчас на сейвы какие-нибудь большие. И пойдем дальше. Ну что ж. Ладно. До встречи. Ну, мы за вами... Тут еще какие-то сидят долговцы. Это ж долг, да? А, нет, это вольные сталкеры. Ну, мы их спасем, обязательно спасем. Только немножко не сейчас. Опять этот скрипт срабатывает на уши, который давит. Так, сейчас нужно искать двойников, да? И все это в лаборатории, да, я так понял, нет? Блин, где двойника-то искать? У меня найти уничтожить двойника задание, значит, все-таки. Так, стекла мы поразбивали в тот раз. Двойник, значит, все-таки где-то в лаборатории должен быть. Потому что задание выбраться из лаборатории у меня нет. Ой! Второй раз уже напугало. Я еще специально так проверил, нету ли стекол. Видимо, не все проверил. Ладно. Блин, а куда вот мне сейчас идти, скажите мне, пожалуйста. Я ж понятия не имею. Приблизительно даже. Я даже... вообще... А, все, вижу дальше агентов, наверное, мы в правильном направлении. Спасибо радару, что он у меня есть, потому что без него было бы туго. Это куда спустить? Так, это мы правильно хоть идем-то, нет? Ну ладно, если неправильно, так ничего страшного. Так, тут где-то двойники. Либо они на этом уровне, либо где уровнем выше. Сейчас вот лишь одно. Ну, скорее всего, он не здесь. Или что, уровнем выше они? Да, уровнем выше. Ну, мы как раз сейчас на уровень выше и поднялись. Да, они здесь. Сразу в голову. Резко ничего не думая, никого не слушая. Берем самое необходимое. Смотри, с ножом стоит. Ой, все, смотри какой. Смотри, через турель прошел аж. Блин, давай. Ой, меня аж заколят. Ой, тихо, не убейте. В Библии написано не убейте.
коты, а? Ну ты мразь! Выказывай там их! Сейчас вот заколю вот так, вот таким образом, читерски. Давай, 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 давай. По ножкам, по лапонькам, по лапонькам, по лапонькам. О, о, один полег. Все, упал. Ой, что это такое? Что там происходит? Это я их убил всех, что ли? А нет, одна мразь жива. И она ко мне спустилась, чтобы меня заколоть. Все, есть такое дело. На таком деле надо засейвиться. Так, ну что... О, а вот и ключик еще один. Блин, я уже много лишнего набрал. Надо только КПК брать и все. Ножики брать, они мало весят. Починим, продадим потом. Ну, конечно, много денег с них не навыручаешь, но хоть какая-то копеечка-то у нас будет в кармане. Уж лучше, чем ничего, правильно? А аптечек у нас на самом деле много, уже 37 штук. Это ненормально, мы, наверное, половину продадим. Так, и куда нам идти? У нас теперь несколько ходов. Можно сюда идти? Ага, наверное, сюда и надо. Да? Мы тут уже когда-то были. Интересно, где Дегтярев, и, ну, точнее, его двойник. И что, неужто мне сейчас с его двойником придется бороться прямо на ножах? Но он где-то в лаборатории, судя по заданию. Так, мы уже здесь были, знаем, что закрыта дверь, но я решил на всякий случай еще раз до сюда сходить. Вдруг тут открылась она, но нет. Ничего подобного нет. Так, ладно, сейчас пойдем, значит, сюда. Вроде тут ничего интересного нет. Мы тут уже были. Хотя нет, я ошибся. Почему я не попадаю? Черт! Да смотри, как отлетел. Ну, ему так и надо. Так, ко мне уже сзади хотят подкрасться. Так, где у него нож? Надо нож. Надо вот так вот, наверное, да, вот так вот сесть. Даже в присед ската. И вот так его бить. Смотри, какие агрессивные, а. Осознание, блин. Это клоуны местные. Так, ключики мы все нашли. Сейчас парней спасем, вернемся. Но задание еще не выполнено до конца. Нам нужно Дегтярева искать. А Дегтярев где-то здесь должен быть. Так, что сейвик получается? Ну что ж, я не знаю, что делать. Так, здесь мы не были, да? Компьютеры всякие. И что нам делать-то, блин, надо? В принципе, можем вернуться и уж ключи использовать. Но... Где-то же Дегтярев тут сидит, или он не тут сидит. Но, по крайней мере, мы еще не везде все обшарили. Так, это, наверное, единственное место, где мы еще не были. Сегодня не были. Так, кисель не съест, надеюсь, нас. Да, вот это единственное место, где мы сегодня еще не были. Блин, смотри, как забито все. Аж метро какое-то. Но тут Дегтярева нема, вроде как. Странно. Ладно, сейчас тогда пойдем еще ребят освободим. Я не знаю, потому что... Вообще... Где Дегтярев, я понятия не имею, точнее двойник его. Сейчас пойдем освободим ребят, ключики у нас уже есть. Это что это? Это я? Не понял. Так, а, скрипт сработал? Или у меня игра сломалась? Что случилось? Ну нифига себе ситуевина. Типа окружили меня, что ли? Ба, и двойничок с вами. Вот ты-то, родимец, мне больше всех и нужен. Так, ну я понимаю, так понимаю, мне сейчас бежать надо. Ага, меня они, суки, окружили. Блять, здравствуйте. Не, какие-то они тупенькие. Ну давай, 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 давай! Мразь какая, давай, нападай, у меня 32 аптечки, я их сейчас буду жрать просто, жрать и жрать. Все, есть такое дело, выпить захотелось. И я зашел в фартовый ресторан. Я люблю покушать, люблю по это самое, поболтать, когда покушаю. Короче, ладно. Да, Дегтярева убили, даже как-то не по себе мне, если честно, стало. Ну, слишком похож он на братца нашего. Блин, ну этого сознания, это двойник. Это двойник. Так, ну что ж, задание выполнено. Дегтярева мы нашли.
Дегтярева мы убили. Точнее, двойника убили, не Дегтярева, помилуй бог. Вроде мы с ним в хороших отношениях. Кстати, да, в этом плане нормально все. Я надеюсь. Мне не дает покоя вот фраза, которую я в меню прочитал при загрузке. При загрузочном меню фразу, которую я прочитал, мне она не дает покоя, что, мол, Лена нам говорит... Так, сейчас этих спасем. Мол, Лена нам говорит... А чё, они пропали, что ли? А вот этот не пропал. А тут-то как вылез. Так, ну я всех освободил, да? Нет? Все, я всех освободил. Я молодец. Да, прочитал цитату, сюжетную цитату из загрузочного меню, где Лена как-то нас убить, что ли, хотела, или что, говорит, у тебя всего лишь 12 часов, а то твоему папашке Шерхану все расскажу, или что. Блин, ну как-то даже осадок остался от прочитанного, вроде как мы с ней в хороших отношениях, и почему такая... Почему так случится, я не знаю. Так, хорошо, я что-то заговорился уже. Нам нужно искать вот этого. Разведчика долго, контрразведчика долго или как? Но он не на этом уровне. А, все, он здесь где-то. Не понял. Я надеюсь, он другой... Ага, так подожди, а что за задание-то? А, настроить телепорт. Что я говорю-то? Загрузить координаты сектора бар, компьютер телепорт. А как я их загружу-то? Или мне просто флешку ставить, которую мне дали? Так, где компьютер-то? Компьютер, наверное, в той комнате все-таки был, где мы были только что, нет? Не здесь, что ли? Где-то хороший комп должен быть, такой вот прямо с видеокартой на 16 гигов. Или больше. Так, ну... Уровень этот, только я не могу понять пока что, куда идти. Может, немножко пробежать вот так вот нужно, или это вообще в другое место ведет. Так, ну хорошо, мы, видимо, где-то что-то не увидели. Больше никаких ходов нет, значит, это все-таки где-то здесь. Только как его настроить и где настроить, я что-то не пойму. Вот это, что ли, настроить штуку или что? Или мы все-таки не туда пришли? Так, а что там у нас задание? Настроить телепорт. Загрузить координаты сектор бар компьютер. А, в компьютер нам нужен. Так, а мы же вроде... А где компьютер-то? Может, мы немножко не здесь, где надо? Так, а пониже спущусь... А пониже спущусь, это уже не тот уровень будет. Где-то на этом уровне есть комп. Но, блин, тут уже вроде ничего больше нет. Вот здесь комп есть, но нам немножко не сюда же. Блин, почему все так запутанно становится иной раз? Нормально же общались. Может, сюда как-то вообще через левое место надо зайти? Скорее всего, это близко не здесь. Так что будем искать. Уровень просто этот, а место не это. Так, это, наверное, где я карту доступа нашел в прошлый раз. Где меня стекло напугало. Это, наверное, вот туда нужно загрузить. 100%. Как туда попасть, естественно, я ничего не помню, близко даже. Но постараюсь как-нибудь сейчас туда попасть. Так, наверное, надо воды выпить, которой и так уже мало. И выпить энергетик, сохраниться. И это самое. Так, ну это, естественно, мы куда-то уже в левое место какое-то не то побежали. Но, блин, я не помню, где... Или мы в правильном пути? Этот уровень, не этот? Да, этот уровень вроде как. Или мы сейчас обратно прибежим, нет? Так. Блин, я взял, достал. Это я, что ли, не на ту кнопку нажал? Что такое? Ой, сейчас бегать кругами буду, ребят. Извините, если что. Можете сразу на минут 10 вперед перемотать. Предупреждаю сразу. Мотните чуть-чуть, и все будет в ажуре. Кругами ж бегаю. Может, сюда тогда?
А, слушай, это и здесь я что ли уже? Ну, блин. Так, может сюда сбегать? Или я здесь был тоже уже? Нет, что-то как-то, блин, странно. Наверное, все-таки нам сюда. О, извините за беготню, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Погуляемся. Неужто я обратно вернулся? Ой, куда идти-то, блин? Сейчас найдем. Я заплутал в этой лаборатории просто. Нет, я, в принципе, понял, куда нам идти. Но я не понимаю, как туда попасть. Потому что... Ну, потому что, собственно... Лаборатория большая, и запутаться тут нечего делать. Мы опять, видимо, не туда пошли с вами. Может, как-то отсюда можно попасть туда, куда мне надо? Нет? Я уж эту лабораторию наизусть самое скоро изучу. Но время протрачу на это. На это дело. Так, наверх мне пока не надо, видимо. Вот, все, нашел. Нашел. Чисто интуитивно нашел. Да, я угадал, нам сюда. Вроде как. Да-да-да-да-да, сюда. Все, сосейвимся на таком деле. Вводите коды сектора. А, все, он автоматом ввел. Ну все. Включить телепорт. Как это сделать? Наверное, вот эту. Ух ты как! И че? Ну ладно, кто не рискует, тот не пьет. И вот так умер Пашка. Так, ну что, задание мы выполнили. Все, в баре. 7 утра. Блин. А ему спать-то не хочется? У него есть такое свойство хотеть спать? Нет в этом моде? Или мы здесь спим просто, чтобы время отмотать? Скорее всего так. Потому что уже сколько ночей и дней я не сплю. Опять 7 утра, и этот самый наш главный герой, Пашка, уже третьи сутки, по-моему, не спит. Или четвертые даже. Не помню я, когда последний раз в этом моде вообще спал. Давно было. Кстати, у нас что, костюм что ли? Офигеть, а как так получилось-то? Ну ладно, в другой раз. Так, ну что ж, я помог тебе, помоги и мне. Здравия, мля. Совсем тут с вашими проблемами превращаю своего брата. Одним словом, смотался я в лабу и вызволил твоего коллегу. Правда, пришлось ему отдать свою карту, а самому возвращаться через телепорт. Когда я тоже загрузил в комп. Теперь есть короткая дорога в лабу, да и в осознании не лохи сидят. После двух моих визитов они наверняка догадались, откуда к ним такие сюрпризы прилетели. Скорее всего, про поход в лабу через радар следует забыть. Контра еще не вернулся? Да, ну и понятно, пусть радары не близкие. Кстати, что с Сашкиным двойником? Ну как что, отправил его ко всем остальным, больше он нам мешать не будет. Кстати, твой начальник контрразведки... А, так это начальник что ли его? А, начальник контрразведки, главный тут Иван. Просто он так сказал, твой начальник. Я и подумал, ладно, не суть. Кстати, твой начальник контрразведки нашел в лаборатории какие-то важные документы. Так что послал бы ты людей на радар, чтобы встретили его, а то мало ли. Да и мне бы деньжат не помешало за мои геройские труды. Поход в лабораторию не был легкой прогулкой, охрана там как грязи была. Двадцатник бы мне для поддержания штанов. Десятку сволочь дал. Контр молодец, мы дураков не держим. Я свяжусь с ночными сталкерами на радаре, пусть проводят его до телепорта, да и ты тоже неплохо потрудился. А губа у тебя не трясет от двадцатки? Держи десятку и иди пока отдохни. Вернется контр, посмотрим, что он там нашел, а потом решил, что нам дальше делать. Но он хоть сейчас без ругательств там нормально относится. Понятно, что деньги больше не будет платить, но как есть.
Ну что за жеманты в альянсе? Ладно. Дают бери, бьют беги. Когда понадоблюсь, скинь мне смс-ку. Так, ну что ж, на этом, наверное, мы закончим. Что делать дальше, пока что я не знаю. Заданий пока что нет. С вами был канал Прохождение с Михаилом. До новых встреч. Всем пока. Встретимся в следующей серии. Все. А я тем временем покушаю. И попью. И это хорошо.